Привет, ребята! Это наше тело, и сегодня мы будем изучать части, из которого оно состоит. Поехали! Это голова. Внутри головы находится мозг, который управляет всем телом. Это голова. Это глаза. С помощью глаз мы видим предметы вокруг себя. Это глаза. Это брови. Брови защищают глаза от пота и помогают нам выражать эмоции, например, удивление или злость. Это брови. Это уши. С помощью ушей мы слышим звуки или слушаем наши любимые песни. Это уши. Это нос. С помощью носа мы чувствуем запахи и дышим. Вы можете почувствовать запах цветов или вдохнуть свежий воздух. Это нос. Это рот. С помощью рта мы кушаем, разговариваем с людьми и даже поем. Это рот. Это зубы. С помощью зубов мы откусываем вкусную пищу и пережевываем ее. Это зубы. Это волосы. Волосы помогают нам согревать голову. Вы можете взъерошить свои волосы, расчесать их или сделать смешную прическу. Это волосы. Это шея. Шея помогает нам держать голову прямо и поворачивать ее в разные стороны. Это шея. Это рука. С помощью рук мы делаем множество вещей. Например, играем в теннис или бросаем предметы. Это рука. Это плечи. С помощью плеч наши руки прикрепляются к телу. Вы также можете пожать плечами, если не знаете, что сказать. Это плечи. Это локоть. С помощью локтей мы сгибаем руки, а ударяться локтями бывает очень больно. Это локоть. Это кисти рук. С помощью кистей рук мы можем держать предметы или гладить собаку. Это кисти рук. Это ногти. С помощью ногтей мы можем почесать у себя какую-нибудь часть тела, если она чешется. Это ногти. Это пальцы на руках. С помощью пальцев мы держим предметы в руках. Также при помощи них вы можете писать, рисовать или играть на музыкальных инструментах. Это пальцы на руках. Это грудь. С помощью груди мы дышим. Она также защищает наши легкие. Это грудь. Это живот. Живот помогает нам переваривать пищу. А если мы голодны, он начинает урчать. Это живот. Это нога. С помощью ног мы ходим или бегаем. С их помощью мы также можем пинать мяч или прыгать через скакалку. Это нога. Это колено. Колени помогают нам приседать и сгибать наши ноги. Это колено. Это ступня. С помощью ступней мы можем стоять и ходить. Это ступня. Это пальцы на ногах. Пальцы на ногах помогают сгибать наши ступни во время ходьбы или бега.
это пальцы на ногах. Ура! Теперь мы знаем, как называются части нашего тела. Надеюсь, вам понравилось их изучать. Попросите маму или папу подписаться на наш канал, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео.